Трава, будьте люди добрые. Упала, это волшебная ночь. Самая волшебная ночь на макушке лета. И, конечно, я очень рад, что мы с вами прошли эту ночь все вместе, потому что купала – это вкупе. И еще одно значение купала – это огонь предков. Ку – это посвящение предков, отсюда курная изба, кур, пращур – это все однокоренные слова. А пала, сами понимаете, палево, опалять. То есть это священный огонь наших предков, который собирает вкупе в одну каплю, в которой отражается целая вселенная. Это день, который единяет народ, который усиляет род, который дарит здоровье. И я думаю, что вы осознаете, что каждая купала неповторима, и каждый год, справляя все солнечные праздники, мы попадаем в этот удивительный цикл, который, когда небо вот дарит огромную радость, дождь, огромная радость, улыбки родичей, которые встают в один общий хоровод и совершают чудо, чудо возрождения Руси. Благодарю. Всех благ. С купалой.